Приветствую всех любителей умных покупок и увлекательных открытий. С вами снова Максим, и сегодня мы вновь отправляемся в захватывающее путешествие по просторам AliExpress, волшебного места, где каждый товар становится приключением. Dreamily с большим набором насадок. Приходит в компактном и удобном кейсе. Может работать на 6 скоростях от 8 до 32 тысяч оборотов. Из-за обширного количества насадок подходит для полировки, гравировки, шлифовки, резки, сверления, заточки и других видов работ. Походный столовый набор. Компактный и практичный набор для походов, рыбалок и других видов отдыха на природе, которые можно носить с собой в кармане. Он занимает совсем немного места, поэтому поместится в любом рюкзаке и даже маленькой сумочке. Розетки с USB-разъемами. На сайте представлены розетки в разных цветах с акриловой или матовой поверхностью, а также с USB-разъемами и обычные. Розетки оснащены декоративной рамкой, которую можно подобрать под дизайн интерьера. Строительный фен. Прибор имеет мощность 2400 Вт, есть два режима нагрева – 380 и 600 градусов с разной скоростью воздушного потока. В комплекте идут 4 насадки – 2 редукционные, 1 плоская и 1 отражающая насадка. На ручке есть кнопка на несколько положений. Посредине это выключено. Вверх выключатель – это минимальные обороты. Вниз выключатель – это максимальные обороты. Это в меру компактный легкий фен, который позволяет осуществлять пайку с припоем на основании олова и серебра, формование и сварку изделий из различных материалов, сушить краски, клей и тому подобное. Зажигалки. AliExpress предлагает массу вариантов зажигалок на все случаи жизни. Вот одна из них. Заправка простая и количество их не ограничено. Корпус металлический, есть модификации в 7 оттенках. Силиконовая смазка. С помощью нее автовладелец может защитить резиновые и пластмассовые элементы машины от воздействия вредных факторов, а также придать им красивый внешний вид. Ее используют не только для автомобильных деталей, но и в быту. Набор насадок, состоящего из 188 предметов. Этот набор дает тебе право на ошибку, если даже не угадал с насадкой. Всегда есть запасная или аналогичная. Покупал в дополнение к граверам для мелких работ в домашнем хозяйстве. Размер и качество расходника с головой хватает для работ по дому. Плюс количество и разнообразие в упаковке определенно хватит для различных видов работ, от резки и гравирования до шлифовки и полировки. Много расходников, есть паста Гои. Наличие кейса радует, весь инструмент перед глазами и удобно расположен под рукой. Шуруповерт. Запитывается инструмент от литий-ионного аккумулятора емкостью 2 ампер в час. В комплект поставки производитель включил 2 аккумулятора, зарядное устройство и сумку. Редуктор обеспечивает момент вращения до 40 ньютон-метров. Предусмотрена 21 ступень регулировки. Кусачки для ногтей Mr. Green. Хоть и при уходе за ногтями используется множество инструментов, все же больше внимания требуют именно кусачки. С их помощью вы сможете обрабатывать ногти, убрать кутикулу и огрубевшую кожу на боковых валиках. Мини-фен. Передняя часть фена состоит из сопла с красным прозрачным кожухом. Использование сменных насадок в данном устройстве не подразумевается. Фен стартует моментально и выходит на рабочую температуру в 200 градусов за несколько секунд. Инструкция нас предупреждает, что оптимальное расстояние до объекта 5-6 см и длительность работы до перегрева не должна превышать 10 минут. За перегрев ничего не могу сказать плохого, использовал минут 15, а после постоянно включал и выключал. Фен работает и спирали не отгорели. Фоггер – это современная климатическая система для теплиц и парников разной величины. Ее задача – создавать искусственный пар, регулировать уровень влажности в соответствии с потребностями высаженных культур.
Многофункциональный брелок. Представляет собой удобный прибор, который является держателем одной из бит, которых в комплекте приходят 4 штуки. Также брелок способен выступать и в роли открывалки бутылок, а также фонарика. Мягкие накладки на ремни безопасности помогают снизить неприятные ощущения при долгой езде. Можно оборудовать детский ремень, чтобы не придавливать грудь ребенку. В ассортименте несколько дизайнов и цветов. G-образные струбцины на 100 мм. Струбцины внешне напоминают латинскую букву G. Порой этот вид зажимов называют S-образными. Эти фиксаторы являются универсальными, а потому наиболее распространенными. Конструктивно они представляют собой литую скобу, дополненную подвижным прижимным винтом. Зачастую такой инструмент рассматривают как дешевый аналог тисков. Принцип работы фиксатора аналогичен зажимам, при помощи которых крепится к столу мясорубка или шлифовальный станок. Титановый брелок-карабин для ключей. Этот материал биологически инертен и не магнитен, а малый вес и прочность делают этот карабин достойным внимания самых взыскательных покупателей. Цифровой тестер напряжения представляет собой интеллектуальную ручку с пластиковым корпусом. Она способна определить уровень напряжения в точке. Информация отображается на LED-дисплее. Также пользователя информирует и звуковое сопровождение. Мультиклещи имеет диапазон измерения малых, постоянных и переменных токов, благодаря которым можно выявить токи утечки без разрыва цепи. Данные клещи также включают весь функционал мультиметров, то есть позволяют измерять напряжение, токи, сопротивление и прочее. Палочки от засоров SaniStix. В отличие от механической очистки, средство не повреждает стенки труб, а бережно удаляет засор. Со слов продавца, состав подходит для любого типа труб. Наборы кухонных ножей. Продавец предлагает целый ряд ножей самой разной формы, в числе которых варианты с зауженным лезвием, с более широким, с зубчиками и многие другие. У всех ножей лезвие выполнено из дамасской стали. Конструктор Формула 1. Модель своим цветом и формой, сильно напоминающая в собранном виде болид Феррари в гонках Формула 1. Масштаб авто 1 к 8. В наборе более 1200 деталей. Времени на неспешную, вдумчивую сборку уйдет достаточно много. Наконечники для бильярдного кия. Наконечник защищает шафт кия от расщепления, снижает вибрацию от удара, создает сцепление между шаром и кием во время удара. Термоусадочные трубки приходят одним большим набором из 328 штук. Также в комплекте представлен широкий выбор цветов трубок, за счет чего можно проводить необходимую маркировку элементов. Кромочный рубанок для снятия кромки и формирования ровной и гладкой фаски при столярных работах. Отлично подойдет для придания законченного вида изготовленным вручную предметам из дерева. Снимает кромку под 45 градусов. Есть винт для регулировки ее ширины. Беспроводная сабельная пила. Подходит для работ с древесиной, мягким металлом, пластиком и другими подобными материалами. Справляется с большинством труднодоступных мест и отлично вырезает проемы в деревянных стенах, работает со стропилами, балками и брусом. В комплекте приходят 4 пилки. Тактический прицел с ночным видением. Интересный вариант модернизации прицела дисплеев и ИК лазерной подсветки. Монтаж на планку Picatinny элементарный. Работает от элемента 18650. Разрешение дисплея позволяет оценивать обстановку ночью. Датчик охраны периметра.
является уличным ИК-детектором, который имеет специальное водонепроницаемое исполнение. Также он защищен и от ветра, насекомых, пыли и света. Срабатывает на расстоянии до 150 метров. Защитные очки со встроенными направленными светодиодными фонариками на обеих дужках, с помощью которых можно подсветить рабочее пространство или область, которая находится в тени. Пригодится как для ремонта, так и для обычных условий. Мини-нож Multitool выполнен полностью из титанового сплава, весит около 40 грамм и имеет габариты 85 на 36 и на 5,5 мм. Из функций в нем имеется резак по бумаге, открывалка бутылок и отвертка. Калибровочные линейки для гаек и болтов предназначены для измерения детали по одному и тому же размеру, являются бешкальными инструментами. Их особенно широко применяют в массовом и серийном производстве для контроля размера, формы и взаимного расположения поверхностей. А это видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании и в первом закрепленном комментарии. Также смотрите следующий ролик с этой заставки с не менее интересными вещами для дома с сайта AliExpress. Всем добра!